конце января особенная дата. Татьянин день – праздник, который любит и отмечает любой уважающий себя студент. Своя традиция весело и шумно отмечать конец сессии существует и у молодежи Ленинского района. Активная жизненная позиция отличает наших студентов, заметил Сергей Троицкий, глава городского поселения «Видное». Самых достойных ребят отметили грамотами и благодарностями. Яркая представительница сегодняшней студенческой молодежи Наталья Пронина. Творческая личность, занимается спортом, находит время для общественной работы. Мне хочется помогать ребятам. Мне хочется, чтобы у нас было, наверное, меньше проблем. Чтобы, я как вот такой человек, который хочет всем добра. Но без всесторонней поддержки районной администрации, создания необходимых условий для обучения и развития, многое сделать было бы сложнее, говорит Наталья. Быть студентом – это, конечно, очень сложно и ответственно, но в то же время это очень весело. А самое главное – будет о чем вспоминать лет этак через 30. У нас был специальный парень, который женился на одной девушке из научной библиотеки имени Ленина, которая нам переводила все тексты по-немецкому. Время не стоит на месте. Сегодня студенту, чтобы получить знания, не надо часами просиживать в читальных залах, с позаранку вставать, чтобы записаться в очередь в библиотеку за редкой книгой. Сейчас средства получения знаний существенно изменились. Это есть интернет, глобальная сеть, это огромное количество учебников, это огромная армия преподавателей, которые пишут свои учебники, и они получили доступ и имеют право существовать. И вот вся эта информационная масса, которая ложится на сегодняшнего современного студента, он дает, конечно, свой отпечаток. Такой подход не только позволяет студентам реализовать весь свой потенциал, но и накладывает ответственность за правильность выбора будущей профессии. Ребята относятся к этому очень серьезно. Много детей, которые понимают с детства, что, наверное, главное в жизни – получить замечательную профессию. Многие дети мотивированно обучаются. Но в этот вечер об учебе почти не говорили, отдыхали и веселились. Празднование Татьяниного дня сложно представить без выступления самой молодежи. На импровизированную сцену выходили артисты клуба «Горизонт», театра студии «Маска» и другие. Татьянин день – праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе огонь творчества и свободы, жажду знаний, поиска и открытий. Удачи вам, студенты и педагоги всех поколений. Татьяна Акимова и я, Дамья Наталья Буслаева, «Видное ТВ».